Конечно. Все видят. Лев спит. В принципе, он может вот сюда, вот в эту речушку. Они ж плавают. То есть можно там стоять. Он может перепрыгнуть. Ну, это запросто. Я не знаю, если лев захочет, он это сделает. Но они ставят по бокам вот эти проволоки, чтобы он не смог. Но есть вариант, что он просто перепрыгнет и по проволокам вверх поднимется. Я думаю, они током тоже. Ну, кто его знает. Там два льва, это львица. Только проснулась. Лев спит в отрубе. Нюхает, нюхает, нюхает. Запах. Надо валить. Неохота мне. Побежал, побежал. Что орёт? Мужик тоже там. Лев прям рядом. Что вид у неё? Не очень. Лицо довольное. Облизывается. Вот баран. Какой запах здесь баранины. Кто-то там бегает. Еще. Леопард ходит туда-сюда. Как бы свалить отсюда. Вот он, волчара поганый. Тоже кругами ходит, как бешеный. Он по весне линяет. Канадский волк самый большой. От того бы сюда. Смотрит вдаль. Даже не замечает. Нет, чисто по кругу бегают. И
нужно бегать постоянно. Это шерсть их. Чисто спит. Взять мороженку, что ли? Матчу. Сразу вспомнилось залив Токио. Я выбирал эту матчу тоже. Все, возьмем. Лопатки. Такие жирненькие. Ну, супчик. Здесь новая конструкция. Совы, пересовы. Смотрят вверх тормашками. Улетает, наверное, тоже наоборот. Назад. Там такие маленькие клеточки. Пол прикольный. Видать, они только сделали реконструкцию и не пускают пока птичек смотреть. Школота идет в кепках. В одинаковой форме. Да, этим холодно здесь. Бьют одеяло. Они укрываются сами. Отсюда фламинго тоже видно. А им еще параллельно. В своем мире находится. Это, видать, вольер, который будут перестраивать. Они сейчас пустоты. Так нравится, когда говорят они по радио. Какой приятный голос. Темнота. У меня подсветка врубилась. Летучие мыши.